чувства какие могут быть приятные, потому что Химки для меня такой, наверное, одним из родных клубов. Здесь все-таки прошли такие мои становленческие года, вот, два прекрасных сезона, и когда поступило предложение от Химок, в принципе, не раздумывая согласился, потому что что может быть лучше — вернуться и попробовать исправить ситуацию. С Андреем Николаевичем мы работали в «Спартаке», в принципе, давно друг друга знаем. Он прекрасно меня знает, потому что мы и молодежки вместе работали, и в профессиональной команде, поэтому думаю, что найдем общий язык. В принципе, готов много трудиться, ну и помочь команде. Это однозначно усилит, зная наши проблемы с большим количеством травмированных. Антон — это опытный взрослый игрок, который знает, зачем сюда шел. Он знает стиль игры, стиль работы. Я думаю, что возвращение его назад в Химки будет не менее радужным, когда он пришел так, несколько лет назад. Я думаю, что он добавит нам агрессии и профессионализма в своем отношении, потому что это взрослый игрок. И научит еще тех молодых ребят, которых мы сейчас тоже постоянно подключаем к работе с основной командой.